сегодня свое сердце, просто пусть Бог коснется тебя так, как Он не касался никогда. Знаете, в чем наша проблема, церковь? Мы всегда как-то приходим, мы предрасположены к чему-то, и поэтому у нас программа говорит определенные вещи. И когда я предрасположен, например, когда иду в кинотеатр, я к чему-то предрасположен. Я предрасположен к тому, что я сейчас возьму попкорн, и я буду смотреть фильм, и полтора-два часа. То есть, куда бы ты ни пришел, ты пришел в ресторан, ты уже предрасположен. Дорогие, давайте уничтожим это в церкви. В церкви не может быть предрасположения. Бог, Он абсолютно новый. Вот где наша проблема. Мы предрасположены к старому, к вчерашнему Богу. А Он хочет тебя коснуться вообще по-другому. Может, вчера были слезы, сегодня Он хочет тебя обрадовать. Или сегодня вообще Он хочет дать тебе такую боль, а ты приготовился ржать. Вообще, будь чистым листом, абсолютно чистым листом, и скажи Ему: Отец, я здесь, и я новая ДНК. Я новая ДНК, я то, что принадлежит тебе. Пиши на мне свою картину. Я сегодня абсолютно новый холст. Вот что такое религия. Нас научили, как правильно молиться. И это уничтожило все. Вы знаете, что нет правильной, неправильной молитвы. Есть ты, Бог, и есть твой разговор с Ним. И Он самый правильный. Попроси Его коснуться тебя сегодня вообще по-другому. Пусть сегодня твои слова, они будут спонтанными. Пусть сегодня твоя молитва будет спонтанной. Аллилуйя. Проси Его. Поклоняйся Ему. Скажи Ему: Отец, я готов к новому. Я готов к свежему. Я готов к чему-то, чего со мной еще не было. Я готов к чему-то, чего со мной еще не было. И еще ни с кем не было. Церковь, я говорил это всегда, говорю: Бога нет вторых поколений, у Бога всегда есть только первое. Если Он тебе лично не говорит, если ты лично с Ним не ходишь, ты теряешь свое время, ты не там, ты умираешь. Тебе должен говорить Он, с тобой должен говорить Он. И все, что я или кто-то делает здесь, Он подтверждает то, что Бог уже сказал тебе. Моли Его, чтобы ходить с Ним. Только с Ним. Только с Ним. Я хочу ходить только с Тобой, Бог. Я хочу ходить только с Тобой, Бог. О, проси Его, проси Его. Проси Его. Проси Его, коснись наше поколение, Бог, уничтожь все стереотипы, все образы, которые мы впитали с молоком матери, Бог. Мы родились поколение, которое не знает Тебя. Перед ними родились те, кто не знает Тебя. Мы не знаем, я прошу Тебя, реформируй нас, взорви нас, измени нас. Мы жаждем Тебя, Бог. Поговори с Ним. Уничтожь все предрасположения, все образы, все стереотипы. Оно будет мешать тебе. Вчерашний Бог, которого тебе кто-то принес, Он будет мешать тебе встретить реального, живого. О, Господь, я жажду Тебя, Бог. Проси Его. Забудь за все вчерашнее. Там нет Его, там осталось хорошее.
хочет, чтобы ты ходил вместе с Ним по воде. Он хочет, чтобы ты вышел из своей лодки. Выходи, у каждого она у нас. У нас у всех она своя. О, это лодка. Ты боишься волн, а Бог говорит, я научу тебя ходить по ним. Абсолютно новые! Yeah!
хочет дать тебе новое. Кто возьмет, кто отречется от старых предрассудков, кто отрежет религиозный извращение, кто пойдет за ним, кто пойдет в неизвестность. О, то, что глаз не видел, ухо не слышало. Тех, кто выйдут из своих лодок,
Он ждет тех, кто испытают своего Бога. Он говорит, испытай меня. Сын, дочь, испытай меня. Я хочу показать тебе, какой я великий. Испытай меня. Дай мне возможность жить через тебя. Дай мне возможность дышать через тебя, ходить через тебя. Дай мне возможность жить через тебя. Дай мне возможность, ты говоришь, жить через тебя, Бог. Проси, проси. О, ты должен знать его. Ты не должен, брат, ты не должен знать Андрея, Степана, Ивана. Ты должен знать его. О, вот где дьявол создал твердыню. Мы знаем, что сказал брат, мы не знаем, что сказал Бог. О, Господь, подними это поколение, которое будет знать голос твой. Мы отрекаемся от старого религиозного маразма, от предрассудка тех, кто тебя не знают, которым рассказали о тебе те, кто не знают тебя. Мы исповедуемся, и мы говорим тебе, любимый, мы поколение тех, кто не знают тебя. И только мы сделали первый шаг к тебе. Все, что не знает тебя, начало вытирать свои ноги о нас. Бог, но мы идем, несмотря ни на что, мы идем с потерями. Мы иногда теряем тех, кого мы не хотим терять ради тебя. Кто вас любит? Отца или мать? Жену или детей? Более, нежели меня, говорит Иисус. Тот не достоин меня. И я с удовольствием слагаю все и всех ради познания Его. Я хочу знать Его. Я хочу знать Его. Проси Его, церковь. Проси Его, чтобы Он начал говорить тебе, показывать тебе. Такого ли мы будем смотреть на человека, взирать на плоть? Какой бы эта плоть ни была, хорошей или помазанной, я хочу Его. Он есть смысл моей жизни. Он есть тот, к кому я иду. Я хочу быть с Ним. Я хочу быть с Ним. Я хочу быть с Ним. Мы нуждаемся в Тебе, проси Его, Господь. Проси Его. Мы нуждаемся в проси Тебе, его. Господь. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Я хочу. Ты нам необходим, тебя, Господь. Я хочу. Мы нуждаемся в Тебе. Ближе. Мы нуждаемся в Тебе. Ближе. Мы нуждаемся в Тебе. Господь, Ты нам ближе. Необходим. Господь, Ты нам необходим. Нам мы хотим больше Тебя, Господь. Нам нужен оригинал. Мы без Тебя не можем ничего, Господь, только Ты, Бог. Мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Тебе, Господь, просто заполни нас Тобою, заполни нас Тобою, заполни нас Тобою, Господь, завладей нами, завладей, Господь, меняй наши мысли, Господь, взрывай все старое, взрывай все старое, выкидывай все старое, пусть приходит новое от Тебя, новое от Тебя. То, что Ты хочешь, Господь, то, что Ты желаешь, Господь, заполняй новым, заполняй новым, заполняй новым, все старое долой, религия долой, религия долой, во имя Иисуса, Господь, мы жаждем Тебя, мы жаждем Тебя, мы жаждем Тебя, мы жаждем Тебя, Господь, просто меняй нас, меняй нас. Мы нуждаемся в живом Боге, мы нуждаемся в Тебе, Господь, мы
которые Ты говоришь для наших сердец, для наших душ, для наших жизней, Господь. Говори просто нам, говори, Господь, говори, Господь. Не дай никому сказать Тебе о Боге. Господь, мы нужны. Господь, мы нужны. Никогда Тебя не переживали, как мы еще никогда Тебя не видели. Господь, откройся нам, откройся нам, откройся, Господь. Переступит через этот барьер. Всякая плоть, трава, любой пастырь, любой пророк, это человек все равно. Да, мы уважаем людей, но Бога мы любим больше. И поэтому я отодвигаю все и всех, чтобы увидеть Его, услышать Его, обнять лично Его. Мне не надо сказки о Нем. Я хочу лично быть с Ним. Я хочу лично быть с Ним. Я хочу сам убедиться. Я хочу сам обнять Его. Я хочу сам быть с Ним. Ищи Его лица. Ищи Его лица. Ищи Его лица. Все творение с нетерпением ожидает, когда откроются сыны света, когда выйдут эти дети, потому что Богу стало тех, которые Бога знают по истории из рассказов кого-то. Но Он ищет, Он ходит и стучит, кто захочет знать Его. Чтобы познать Его, ты должен отказаться от того, кого тебе нарисовали. Нам всем нарисовали Бога, который только имя имеет Всевышнего, но нам рассказали о мертвой религии, нам рассказали о чем-то, что не работает в жизни тех, кто рассказывает о нем. Нет, я отодвигаю всех. Называй меня как хочешь, чем хочешь. Лей грязь, мне все равно, всякая плоть, трава не имеют значения мнения людей о нас. Я хочу лично найти Его. Я хочу лично коснуться Его. Я хочу лично слышать голос Его. И если ты скажешь, что ты возомнил о себе, я скажу, я возомнил о себе только то, что Он возомнил обо мне. И Он сказал: ты мой сын, ты моя дочь, ты моя семья. Не подвигайся под тюрьму человека. О, Он хочет говорить лично с каждым. С младенцами, да, со взрослыми, со всеми Он хочет говорить лично. Он найдет общий язык с трехлетним ребенком. И Он расскажет ему о себе на уровне ребенка. О, Господь, поднимается новое. Поднимается новое. О, не ремикс старого. Поднимается абсолютно новое. Новое ДНК, новое дыхание, новая жизнь. О, то, что глаз не видел, ухо не слышало. Для этого нужны те, кто согласятся на риск. На риск! Которые согласятся на риск! Которые согласятся быть
отреченными от всех, которые согласятся обрубать все ради познания Его. Отречься от всего. Отречься от всего. Отречься от всего. Отрекайся от образов. От образов. Отрекайся от всего, что тебе когда-то сказали, что есть Бог. Пусть Он лично скажет тебе о себе. Я жажду Его. Я жажду Его. Я жажду Его. Люцифер боится это поколение. Как он боится тех, которые отодвинут плоть, отодвинут всю плоть и пойдут в неизвестность, пойдут за ним, пойдут за ним. Пойдут за ним. Пропитывайся новым, пропитывайся новым, пропитывайся новым. Забудь, что такое молитва, и познай заново, что такое. Барьеры. Смотри, все стереотипы молитвы. Молитва — это твое сердце и сердце Бога. Не дай ничему, включая себя, помешать общению с Богом. Он хочет показать тебе картины. Он хочет взять тебя к себе. Мы жаждем Тебя, Господь. Дай мы то поколение, которое голодны по Тебе, по Твоей славе, Бог. Мы жаждем Тебя, Бог. Мы жаждем Твоего огня. Мы жаждем Тебя, Иисус. Мы жаждем, проси Его. Мы жаждем. Мы смиряемся чтобы пред Тобой. Захватил. Мы снимаем все полномочия Свои, Господь. Ради Тебя, ради познания Тебя. Зажги нас, Господь. Зажги нас, Господь. Зажги нас. Мы жаждем Тебя, мы хотим Тебя, Бог, мы жаждем Тебя, о, мы жаждем Тебя, Бог, мы хотим Тебя, Бог, мы поколение, которое голод, которое жаждем, мы хотим Тебя, Господь, о, Бог, мы жаждем Тебя, мы хотим ходить с Тобой, Господь, мы хотим созерцать Твою красоту, мы хотим смотреть Твое лицо, Господь, мы хотим Тебя, Бог, мы жаждем Тебя, мы жаждем Тебя, Бог, мы жаждем Тебя, Бог, мы голодны по Тебе, Господь, вдохни свою жизнь в нас, Господь, вдохни свой дух в нас, Бог, вдохни, Господь, мы хотим жить, мы хотим жить, мы хотим дышать с Тобой, Господь, мы жаждем Тебя, Бог, мы жаждем Тебя, мы жаждем Тебя, Бог. Мы жаждем Твоего огня, Господь. Мы жаждем, мы голодны по Тебе, Бог. Мы жаждем Тебя, Иисус. Зажги нас, зажги нас, Бог. Мы голодны, мы жаждем. Мы хотим Тебя, Бог. Нам не хватает то, что нам рассказали о Тебе. Мы хотим Тебя живого, реального в нашей жизни. Бог, мы хотим Тебя, Бог. Мы жаждем Тебя, Иисус. Мы жаждем Тебя, Дух Святой. Напои нас, накорми нас, Бог. Мы хотим знать Тебя. Мы хотим ходить с Тобой. Мы хотим, Господь. Мы жаждем. Мы жаждем, Бог. Мы жаждем. Мы жаждем, Господь. Мы жаждем, Господь. Мы жаждем, Бог. Мы
тобой, только тобой, только тобой, Господь. Я хочу ходить живым. О, есть Господь. Я хочу ходить живым. Мы жаждем тебя, Иисус. Мы жаждем тебя. Мы жаждем. Мы жаждем Бога. Мы жаждем Бога. Мы хотим тебя, Господь. Мы хотим тебя, Иисус. Мы жаждем тебя, Господь. Мы жаждем твоей славы. Мы жаждем чудес, знамений. Мы жаждем тебя, Иисус. Мы жаждем тебя, Господь. Мы хотим тебя, Иисус. Мы хотим тебя, Иисус. Мы хотим тебя, Иисус. Познайте Бога. Мы хотим тебя, Иисус. Зажги нас, Бог. Вдохни нас в жизнь. Вдохни нас в жизнь, Бог. Мы хотим тебя, Господь. От малого ты велика. Вдохни жизнь. Вдохни нас в свой дух. Мы хотим жить. Мы хотим жить, Бог. Мы жаждем тебя, Иисус. Мы жаждем знать тебя. О, Бог, спасибо тебе, Иисус. Только тебя. Мы жаждем тебя, Иисус. Я хочу знать. Мы жаждем тебя, Господь. Мы поколение жаждущих и голодных твоей славы. Мы жаждем твоего присутствия. Мы жаждем тебя, Иисус. Мы жаждем, зажги нас. Зажги нас, только тебя. Зажги нас, Бог. Зажги нас, Бог. Мы не отступим. Зажги нас, Бог. Мы не отступим. Пока это поколение хотя бы не будет иметь шанс прикоснуться к живому Богу. Мы не знаем, кто из тех, кто увидит, скажет да или нет. Но мы не отступим, пока у этого поколения хотя бы не будет реального шанса увидеть славу Его. Долой грязную религию, долой контроль человека над человеком, долой контроль, долой уставы, долой маразм, долой религию. Я хочу быть семьей Бога, которая любит Бога и со всеми говорит Бог. Это моя мечта. В этой семье я хочу жить. О, я не хочу быть тем, через кого люди питаются от Бога. Я не хочу быть третьей личностью. О, я не хочу быть посредником. Бог разорвал эту занавес. Он ее сам лично от неба до земли разорвал. Он ее сам разорвал. Он не мог дождаться, чтобы сказать: придите ко мне, дети. Не переживай за свои ошибки, они покрыты кровью. Да, все твои даже будущие ошибки. Он говорит: теперь у вас нет препятствия, детки, быть со мной. Ты ошибся, вставай, опять иди ко мне. Я абсолютно понимаю твою натуру, я абсолютно понимаю, что у тебя будет война. Папа абсолютно понимает твою боль. Он абсолютно понимает твой крик. Он понимает, что ты в теле, и у тебя будет война. Но пусть эта война никогда не удержит тебя от общения с Ним. Пусть ничто не препятствует тебе. Он сам порвал занавес. И если кто-то ее сшивает и опять говорит тебе: иди ко мне, я пророк, я скажу тебе, говори ему: долой с моего пути. Долой! Я хочу знать Его сам. Я хочу знать Его сам. Если тебе кто-то скажет, что ты возомнил о себе, скажи только то, что Он возомнил обо мне. Я Его сын! Я Его ребенок! И никто не имеет морального права становиться между мной и моим отцом! Я хочу видеть Его.
чорта ми свободи. Ти чорта для свободи. Ти чорта. Царство
сейчас кусочки, капли Его царства на земле. Продолжай молиться. Да придет Твое царство. Человека, царство Люцифера, я хочу жить в царстве его. В царстве его. От источника его. Коснешься его, и он коснется тебя. Ты станешь другим. Вот чего боится религия. Вот чего боится Люцифер, дух этого мира. Потому что когда ты коснешься его, и он коснется тебя, ты отречешься от контроля человека. Потому что ты будешь лично знать его. А тех, кто знает его, контролировать невозможно. Они не поддаются контролю и манипуляциям. Поколение, поколение, знающее Бога, встает поколение, знающее своего Бога. Поколение, поколение, знаешь своего Бога. Я жажду Его, я жажду Его, я жажду только Его, только Его, только Его. Любим. Коснись мое поколение. Коснись мое поколение. Как когда-то ты коснулся меня, и я навсегда был свободен от мнения людей, от рабства, от образов человеческих, от их политики и рукоположений, от их членств и от всех уставов. Навсегда придет свобода, потому что тот, кто в нем, больше не нуждается человек. Он не нуждается в человеке. Тот, кто в Боге. Больше мне не нужно мнение человека обо мне. Потому что Иисус лично сказал мне, кто я. О, пусть Он скажет тебе. Пусть лично скажет тебе, кто ты. Приходит свобода, приходит свобода, приходит свобода, приходит свобода. Для церкви Христа настает новый день. Богу не нужен очередной помазанник. Он хочет встретиться с семьей, поднять семью. Он хочет лично быть с каждым из нас. Каждый из нас помазанник. Каждый из нас сын и дочь. Каждый из нас имеет прямой вход к Нему. Мне не нужен человек, чтобы быть с Ним. О, свобода, свобода, свобода. Свобода! О, свобода! 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 Вдохни сегодня атмосферу неба! Просто вдохни атмосферу неба! Атмосферу неба!
вдохни атмосферу неба. Пусть через Тебя сегодня протечет Его Царство. Всегда проси, да придет Твое Царство. Да придет Твое Царство. Да будет Твоя воля здесь на земле, как и на небе. Но Ему нужен Ты. Он не может и не хочет ничего делать без Тебя. Он хочет, чтобы на фотографии семейной были все Его дети. Знаете, почему Он так долго ждет и не приходит? Он говорит, еще кого-то не хватает на семейной фотографии. Знаете, иногда, когда мы с вами хотим сделать фотографию семьи, один раз я получил откровение. Мы все стоим вчетвером и ждем нашу малявку. 5 минут, пока она там сделает свои дела. И потом мне папа говорит, сынок, ты понимаешь теперь, почему я жду? Потому что есть кто-то, кто еще не готов. Еще есть кто-то, кто должен быть на семейной фотографии неба. Большой фотографии неба. Есть кто-то, кто еще не знает меня, не встретился со мной. Тело Христа должно встать. Библия говорит, и в тот день никто не будет говорить, познай Господа. Слово говорит, потому что все от малого до великого будут знать меня. Вот это наша мечта. Не собрать вокруг себя очередной культ. Не поднять очередного помазанника и помазанницу и сделать очередное движение и кратковременное пробуждение. Наша мечта, чтобы тело, семья его встала. Вот оно. Семья его встала. О, когда встанет семья, духу этого мира не будет где прятаться. Когда поднимется семья. И больше не надо нам заправлять байки о Боге, я знаю Бога. Долой все те, кто пытаются меня научить. Спасибо вам, до времени вы мне были нужны, но теперь я хочу знать своего папу сам. И я дам по рукам всех и уберу всех от моего лица, которые продолжают посягать на то, что они знают больше, чем я. Я знаю меньше, тогда отойди в сторону, я хочу знать, как ты, а может быть и больше. Я жажду. Мы все носим части Бога. И я благодарен Тебе за Твой талант. Я наслаждаюсь. Мы тело, мы служим друг другу талантом. Но тело должно знать своего Бога. О! Один раз церковь получил на своем собственном теле урок. Он говорит, сынок, посмотри на свое тело. Скажи мне, ты когда-нибудь видел, чтобы указание от правой руки получила левая? Я говорю, нет, все указания для моего тела получает все мои части от головы. Если бы почка начала говорить сердцем, сердце начало пререкаться с ногами, и глаза начали говорить с ушами, у нас бы была очень серьезная проблема. И это то, что сейчас происходит в церкви. Какие угодно культы. О, вот теперь куча глаз побежала, они все собрались. Вот куча ног, куча сердец. И вот еще одно движение, которое ищет чего-то. Бог говорит, детки, когда вы начнете слушать одну голову, вы все начнете двигаться. И когда мне папа сказал, он говорит, сынок, пожалуйста, не только слушай меня, научи всех слушать меня, потому что мое тело должно координировать свои движения не с ногой левой и с сердцем, а должно координировать свои движения с головой. Другими словами, Бог мне сказал, у церкви проблема с головой. Это смешно, но это правда. Они отсоединены от самой главной части. Мы делаем что угодно. Все куда-то ходят, ищут, слушают, глаза смотрят. Но тело не движется. И вот это одна из моей огромной мечты, одна из моей миссий на этой земле, не только принести тебе откровение или слово от Него, это классно,
показать тебе, что вход к Нему, начиная от самого маленького до самого большого, открыт. И когда ученики попытались остановить ребенка, это был духовный прообраз. Остановить. Другими словами, как только кто-то захотел стать между Иисусом и кем-то, Иисус сказал: стоп, нельзя. Пустите его, пусть идет ко мне. Иди к нему. Знаешь, почему я отпускаю тебя говорить с ним? Потому что, когда ты поговоришь с ним, мы с тобой спорить больше не будем, потому что рука с рукой не будут ссориться, потому что голова будет контролировать обе руки. Поэтому я молю Бога, чтобы тело захотело слушать голову и двигаться синхронно. Воздай ему славу. Вдохни эту свободу, пусть этот глоток свежий реформирует тебя, трансформирует тебя. Эйма, присядь. Присядь. Потихонечку играйте. О, аллилуйя. Церковь. О, слава Иисусу. Там, где Дух Господень, там свобода. Знаете, почему так мало свободы в наших жизнях? Потому что так мало Бога. Мы слушаем что угодно, кого угодно, и так проще услышать кого-то, чем лично прорваться и быть с ним. Но я решил для себя раз и навсегда. Знаешь, почему кто-то говорит: ты неправильно молишься? Слушай, а откуда ты взял правильную молитву? Кто рассказал правильную молитву? Где точка оттолкновения? Ты ведешь себя неправильно. Я не понял, кто сказал вообще, как себя правильно вести? Где написано? Правильно себя ведут вот так. Это маразм. И поэтому я отодвинул все. Знаете, что я сделал? Взял большой-большой топор и отрубил все, что называлось когда-то христианством, религией, познание Бога. И я сказал: знаете что, ребята, извините меня, но идите от меня. А ты не боишься, что то, что ты отвергнул, это правильно? Я говорю: даже если это правильно, я хочу это услышать от него. Кто-то понимает меня? Даже если это правильно, я хочу это услышать от него, а не от тебя. Может быть, ты 100% прав, но это опять ты. Это опять ты. О, я верю, церковь взрослеет. Дорогие, я верю, тело Христа взрослеет. Взрослеет, на глазах взрослеет. Знаете, мы опасны для дьявола, потому что назад, когда ты столкнулся с этим движением, со свободой, ты назад не пойдешь. Ты не пойдешь назад. Вы знаете, у религии эпидемия. Тысячи людей выходят из церквей. Они говорят: кто вообще сказал, что должны быть поместные церкви? Кто? Я не верю в виртуальность, я не верю в... Стоп. Это человек придумал. Иисус проходил все время на земле, и Он не создал ни одной церкви. Он не сказал: кафедра будет здесь, микрофон будет там. Это классно, что мы собираемся, никто не... Но пусть это не будет твоим образом церкви. Amen. Это здание, в котором собирается церковь. Это здание, в котором собираются цари, священники. Это здание, в котором собираются дети Бога. Ты невеста, ты церковь. Это стулья, это все... знаете, интерьер. Не имеется в виду значения. Очень часто мы смотрим на второстепенные вещи, упуская самые главные. Я знаю, что некоторые из вас сегодня получили свободу. Получили свободу. Знаешь, что мне Бог сказал? Я готовлю сейчас эту тему. Мы все с вами говорили, знаете, мы всю жизнь говорим с вами: свобода от дьявола, свобода от дьявола, свобода от духов тьмы. А Бог мне сказал: сынок, я сейчас хочу тебе сказать одно откровение. Я хочу принести свободу от духа человека. Вы даже не представляете, что это. О, я вам серьезно говорю, вы даже не представляете. Ты можешь быть абсолютно свободен и всю жизнь под контролем духа человека. Он на тебя только посмотрит, и ты уже присел.
И дух человека имени Иисуса не подчиняется. Ты меня не понял? Ты не можешь сказать во имя Иисуса Христа, не смотри так на меня. Дьявол тебе подчинится, человек нет. Духу человека может противостоять только сильный, помазанный дух человека. В тебе Бог. И поэтому я могу противостоять как духу тьмы, так и духу человека, который пытается контролировать меня. Но к этому мы еще придем. О, аллилуйя. Воздай ему славу. Хорошо, у нас... Мы, по-моему, с вами не делали, да, Сереж, сбор не делали? Делали? Классно, классно. Хорошо, тогда, дорогие, если у кого-то было только в тему, пожалуйста. Если у кого-то было какое-то, может быть, свидетельство, видение, откровение, ты что-то видел, коротко, четко, ясно, в двух словах ты можешь это сказать. Кто-то был, что-то было. Если всех накрыло, то нормально. Оль, пожалуйста, пожалуйста. Классно. Просто видела, как вчера у нас была ячейка. Мы молились о той молитве, которую пастор молился там, в Литве. Просто конкретно нас там так накрыло. Просто мы отрекались от всего не того, что заквасного, от того, что годами, от вчерашнего даже. Просто мы отрезали вчерашнее. И нас просто Дух Святой как бел, захватил сильно. Я понимала, что оно должно высвободиться здесь так же. Я правда сказать, как пастор говорит, что боюсь сама себя, потому что я неконтрольно становлюсь, когда он обладает мной, и я не могу ничем собой контролировать. И я правда сказать, этого боялась, высвобождения, ну, в церкви, потому что дома ты как-то в своей атмосфере, своя команда тебя понимает. А когда это высвобождается в церкви, то ты знаешь, что ну, здесь уже занадто то. Я поняла, что меня вот захватывает дух, я вне контроля, я говорю, Господь, я не могу. А он мне просто отрезал мое, ну, мнение мое, отрезал конкретно и захватил меня. Что было это? Я просто чувствовала, что на чем восседает трон Божий носится. Это эти четыре херувима, которые носят славу Божью. И когда это опустилась слава Божья, под этими херувимами есть колеса, которые носятся вместе с этой славой. И я чувствовала, что мы как церковь становимся этими колесами. Просто оно закрутило меня этим вихрем и понесло по церкви. И я понимала, что я вне контроля. Я понимала, что Дух Божий вошел в меня и понес меня. И Он нес меня. Я только видела, все вокруг меня мелькало. Я не могла контролировать собою. Я поняла, что это высвобождается для церкви. И с этого часа, с этого дня просто Бог будет втягивать нас в это. И я поняла, что эти колеса, они были огненные. И вот когда я пошла в эти колеса, я просто была этим огнем. Я просто этим была, стала вихрем. Мой дух человеческий, он не мог обладать мною. Потому что написано, что Дух Божий был. Или дух животных был в колесах этих. И я поняла, что вошел в дух, и он понес. Я понимала, что он несет по всей церкви. Куда он нес, я не понимала, не знала. Но я знала, что... Я не могу собой как контролировать и обладать. И этот огонь, он входил на территорию нашей церкви. Я видела, как колесо было в колесе. Колесо в колесе. И дух этих животных контролировал эти колеса. И когда Дух Божий несся, эти колеса неслись вместе с Духом Божьим. Когда Дух Божий останавливался, эти колеса также останавливались. Потому что дух животных был в этих колесах, и все было под контролем Духа Божьего. Никто не мог собою обладать, не мог остановить это. Это просто движение, оно шло в единении с Духом Божьим. И это просто пошло вне контроля. Я знаю, что это высвободилось. Оно высвободилось здесь, на этом месте. Я знаю, что Господь будет Духом Своим просто брать и обладать нами. И будет Он контролировать всем. Аминь. Аминь, аминь.
новая эра для церкви начинается. Для этого должен быть кто-то, кто отречется от старых образов. Вы все понимаете, о чем я говорю, да? Знаете, что такое старый образ? Бог мне сказал, говорит, сынок, если ты обречен, ты можешь ненавидеть религию как хочешь, но если я не покажу тебе новый образ, ты сделаешь круг и повторишь то же самое. Ты создашь такой же самый культ, такую же самую религию, потому что у тебя один чертеж в голове. Вы понимаете, что мы с вами все, мы пойманы в образы. С самого рождения мы пойманы в образы. И если кто-то не отсоединит и не явит другое, мы все обречены на то же самое. Просто в новой обвертке. Поэтому я говорю, Бог, уничтожай все образы, я даю тебе, перерисуй. Но Он сказал, для этого ты должен подчиниться мне и то, что я скажу тебе сделать. Амин. Все? Все, да? О, хорошо, хорошо. Успел. Знаю, я тоже, когда мы начали молиться, такой вопрос был мне задан. Знаешь, почему я родился в яслях, а не в гостинице? Потому что в гостинице, понимаете, это место, там, где все, кто хочет, заходит, все, кто хочет, делает, что хочет. Вот почему просто Бог, сам Бог родился, понимаете, в каждом из нас. Просто Он хочет вот эти ясли, это твое сердце просто, которое чистое, которое никто туда не... Только Он, понимаете. Вот просто такое сравнение гостиницы и... Если уже гостиница, мы все знаем образ, чего там что-то творят, что хотят. Амин. Воздайте Ему славу, дорогие. Благословение вам, увидимся с вами в воскресенье. С Богом, дорогие.